Спрос на алмазы и бриллианты в январе этого года был хорошим, так отмечают в компании «Алроса». Там подвели итоги продаж за январь. Только за первый месяц этого года компания продала алмазов на полмиллиарда долларов, бриллиантов на 5,5 миллиона долларов. Как добавили в «Алроса», спрос был хороший на весь ассортимент продукции. На рынках сбыта в этот период царило хорошее настроение. Кроме того, в январе несколько выросли и цены на сами бриллианты.